Звенигородский участок ЦКАДа, центральной кольцевой автодороги, планируют полностью завершить и открыть в октябре 2020 года. Масштабный проект реализуется по принципу государственно-частного партнерства. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что магистраль имеет стратегическое значение и влияет на развитие экономики всего региона. Звенигородский ход пройдет не только по Одинцовскому округу, но и по Ленинскому району с городским округом Подольск.